играю на ческом. Против меня достаточно сильный соперник. Амин Табатабай, гроссмейстер из Ирана. У нас староиндийская защита. Вариант с h3. И тут как раз развилка идет. Либо e5, либо c5. Еще ходы есть. c6, конь c6, конь d7 и так далее. Вот соперник выбрал c5. Жду, когда пробьет. А дальше уже будем смотреть, как расставляться. То есть он играет b6 здесь. И можно попробовать сбрать такой вариант с g3 и слон g2. Теперь уйду в 2-0. b3, наверное, стоит тут отреагировать, чтобы не висела пешка на c4. Ферзь c7, наверное, соперник будет перестраивать ферзя на a8 и оказывать давление на пункт e4. Пока что стоит подключить ладью и, наверное, уже завести коня на d5. Естественно, удар не последовал на d5, чтобы не делать мою пешку сильной. А я постараюсь разменять сильного чернопольника по возможности. Можно раз пробить, наверное, здесь. И на e4 пока что провисает. Неприятность еще заключается в том, что где-то на ход f3 может последовать d5. На e5, ферзь e5, слон f4, ферзь h5. Вряд ли я там отловлю ферзя. Хотя вполне возможно. Можно попробовать сыграть f3. d5, наверное, последует. Уже проигрываю минуту целую по времени. Наверное, соперник, да, это и считает. И на e5 все-таки не бьет. Отходит конем. f4 теперь подкрепляю пешку и делаю слона g7. Упирающимся в пешку e. То есть уже он из игры выключен. Но у меня слабая пешка c4. Поэтому ладья здесь стоит достаточно активно. И компенсация у черных, конечно, есть. Хорошая. Возьму здесь ферзем. Попытаюсь где-то коня через b5 на d6 переключить по возможности. Конь c6 хода тоже нет. Значит, надо подводить ладью. Грамотно расставляется тоже соперник. Пешку А поставил, чтобы мой конь не лез. Это мне сильно осложняет жизнь. Наверное, конь b3 с идеей c5. Избавиться от слабости. Он не дает мне этого сделать. Ну и пока централизую ферзя. Здесь беру слоном. Можно, конечно, еще раз взять, но... Наверное, получше будет король f3. Теперь g4. Может быть, еще удастся создать какую-то атаку по линии h. Хотя неизвестно, кому на руку на самом деле эти вскрытия. У него все-таки слон. Наверное, посильнее, чем мой конь b3 объективно. Попробую f5 провести. То есть, возможно, пешку на f6 удастся установить. Хотя вряд ли. Король e2 попробовать заблокировать поля можно. Чтобы не на d3 не встал ферзь. Не на d2 никуда. И попытаться где-то ладья d1 поставить. Еще укреплюсь. 32 секунды на часах. Вряд ли я уже успею что-то сделать. Есть промежуток на ладья h1, f6. И f6 играю. На ладье e8 ферзь d5 запланировал. Попробовать даже переключить короля на f3 и потом ладье e2 сыграть. Такой план. Совсем мало времени. Но позиция, я думаю, в принципе, уже с какими-то контршансами. Обоюдоострая, может быть, даже пробовать какую-то атаку на короля организовать здесь. Или просто побить сюда.
Кстати, наверное, да, ферзь c5. Честно говоря, не видел. Бить на e5, не знаю, может он, не может. Там ферзь d8 или ферзь a8 даже. Так. Связки сплошные, сюда сыграл. Не видел, честно говоря, другого выхода в цепноте. Так, и он матом грозил мне. Красиво. На f4, на f3 точнее, если бы я забрал сразу пешку. Ну и так, ничего тоже мне здесь не светит. Да, и просто ставится мат.